Первого слова тренера гостей Олег Александрович. Комментарий по игре. Тяжело эту игру назвать игрой. Это, наверное, самая худшая игра у нас. Начиная с первого дня сбора. То есть неофициальная, вообще самая худшая игра. Ничего не показали. Атаки. Безобразная оборона. Просто повезло. Прилично сыграл вратарь. Неплохо, единственное, сыграли, конечно, в меньшинстве. И втроем, и вчетвером, это за что можно похвалить сегодня команду, это за игру в меньшинстве. Ну, естественно, наверное, за 3 очка. А так больше. Просто повезло сегодня. Больше ничего не делать. Ну, а причина, Сан Саныч, этого везения и того, что игра получилась нехорошей. Игра соперника или ваша усталость после двух выездных матчей? Наверное, все тут нет. Ну, естественно, игра соперника, без этого никуда как нельзя сбрасывать со счетов, да, тут естественно. Но и наложилась, конечно, третья игра за 5 дней, плюс переезды все дневные, то есть весь день едешь на автобусе, приезжаешь в тренировки. Прогнозировалось это, что будет именно так, но не рассчитывал, что так плохо. Еще вопрос Лондрин Динамо. Вы в ВХЛ уже старожилы, можно сказать, да? Динамо это еще была Тверь. Оцените как дебюты Липецка, вот так, если не сложно. Если по сегодняшней игре, то очень прилично. Я даже, может быть, не ожидал. Понравилась команда. Именно все звенья практически ровные. Все играют, причем в активный хоккей, то есть у нас в лиге, наверное, немногие команды играют в активный хоккей, да, заставляя ошибаться защитника соперника. Поэтому даже, можно сказать, не то что растерялись, но как-то непривычно было играть, что на наших защитников идут. То есть, может быть, и этим тоже сказано, что мы не привыкли играть в такой хоккей, который показывает хоккейный клуб Липецка. Нет, что есть. Если вопросов больше не будет, то мы отпустим вам тренера. Да.